У меня срабатывает 500 приложений, все сбивается. Я надеюсь, я успею дожечь. А звук звуком – это часть жизни. Надеюсь, жизни. Ну, потому что тут никогда не знаешь, когда жизнь, когда не жизнь. А просто пусть это будет тренингом, что жизнь может быть разной. И звуки сейчас могут быть разными. И чтобы творческий потенциал и счастье от этого не кончались. Я сейчас вот затушу свечу и пойду рисовать карты свои рунические из русских рун. А еще и египетское таро дорисовывать. И пока тревога, я буду все равно работать. И все равно якорить своей энергией то, что я пришла делать. И творить буду. И буду наслаждаться. И мне пофиг, что кто-то из бездарей пытается уничтожить свободу, радость и терроризирует. Мы свободны, и мы все можем делать так, как мы хотим. Столько, сколько получается. Потому что я вот отловила себя после падения здесь, рядом. Непонятного тела, сбития, что опять начинаются напряжения в теле, опять надо выпускать стресс и все остальное, что напрягаешься от каждого звука, и появился синдром сирены, который уже вроде изжил себя. Поэтому для меня это сейчас тоже определенное состояние. Не потерять эту радость творения и спокойно пойти творить за две стены. И запомнить это ресурсное состояние.